Салют, салют, здорово, мороз на проводе, всем привет! Сегодня у нас будет необычный выпуск, давно мы уже не виделись с вами. Сегодня у нас будет выпуск, эксперимент, короче. Будем экспериментировать, что случится, если бы, да, как бы, короче, вот так. На днях у меня тут жена придумала завязать с курением, ну, уже серьезно, и взяла и свою сигарету разрубила в прочий хлам. Сейчас я вам фоточку прикреплю. У меня тоже есть такие зависимости не классные, как залипание в телефоне. Я попробую сейчас распрощаться с телефончиком и посмотрим, поможет мне это или нет. Жена сейчас уже третий день держится, все хорошо, настроение бодрячком, супер. Посмотрим, как будет у меня. Так что вот так. И сейчас, как вы видите, я уже без бороды. Был в барбершопе на дому сегодня дома у нас. Ну, это называется, что сам себе... И, короче, жена мне помогла чуть, и вон, шинканула. Но зато усы таракани остались. Так что классно. Окей, поехали, давайте. Сегодня у нас орудие вот такой вот тепус. Топорчик. И телефончик. iPhone 4. Тут он чуть такой. Но он рабочий. Он рабочий. Все работает. Там, видите, сова. Я даже могу мелодию включить. Ну, короче, потом я мелодию включу. Все, все пучком. Приятного просмотра. Одень его обязательно четче. Безопасность это всегда приветствует. Так. Кинжальчик наш, топорчик. Так, забиваем гвоздец. Гвоздец. Так, чтобы стоял бы телефонец. Сейчас оказался коротким, не подойдет. Взяли такую деревяшечку подставку. Сейчас мы ее забьем. Так, телефон поставим вертикально. Так, как вы убедились уже, что звуки тут все работает, я вам еще продемонстрирую. Ну, поехали. Промазал. А, блин. Об угол. Ну что? Он еще работает, представляете, еще шипит. Он еще работает, но экран уже не горит. Ну, давайте еще раз. Вот что внутри айфона 4. Ну и напоследок еще разок пляснем. С привычки уходите прочь. Все. Краш-тест удался. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.